Запись пошла. Приветствую всех, кто будет когда-либо смотреть это видео. Продолжаю проходить игру «Ходячие мертвецы». Очередная серия прохождения. Вот. Что было в прошлой серии, я так особо не помню. Ну, с каждой серией становится, сука, все хуже и хуже. Все больше и больше людей погибает. Мы встречаем, конечно, каких-то новых людей. Но, блядь, игра, конечно, однообразная, что пиздец. Один умер, двоих встретили. Двое умерло, одного встретили. Чем это все закончится, я даже не знаю. Представить себе не могу. Амит и Криста. Вот какой-то, блин, азиат попался. Может, узбек, может, таджик, хуй его знает. И женщина, похожая на мужика, блядь. Мы собираемся, да, срезать. Привет еще раз. Так. Я тут... Я тут параллельно выпиваю, даже не закусываю нихуя, так что... Сегодня алкопрохождение, блядь. Да, Кен, ты уже в прошлой серии, блядь, наделал делов. Жена с сыном у тебя погибли. Жалко, конечно, тебя, но вел ты себя как мудак, это точно. Так, давайте ходить опять все осматривать. Давайте залезем. Теперь дед будет бренчать на гитаре, меня раздражать. Ёб твою мать. Так, ну чё, зашёл я. Слышь, мужик, давай поговорим. Я пока не знаю, что... Не знаю, за что отвечает. Я же сказал не трогать. Ты чё, ебанутый? Нет, давай вот так. Как давно ты не был дома? Почти 6 месяцев. Мы ехали в дороге, когда это, ну ты знаешь. Жестоко. Нашему коту это не понравится. Да пиздец уже вашему коту. Как вы двое смогли забраться так далеко? Это как-то необычно спокойно. Криста не позволяет нам присоединяться к группам, а я чертов задира. У меня такое чувство, что это она заботится о тебе. Да ну, я спасал ее задницу сотни, десятки, несколько раз. Молодец. Какие азы-то? Должно быть не очень сложно, да? Но столько рычагов, что мне не терпится использовать. Я сказал, если что-то случится со мной, может, мы будем управлять по очереди? Посмотрим. Блять, ты меня бесишь, сука, усатый хуесос. В кепке. Слышь, ты? Учишь его уму-разуму? Пытаюсь. Учитель херов, блять. Ну там навряд ли что-то мне надо лезть. А, хотя может мне ключ другой какой-то взять нужно. Хуй его знает. Слышь ты, чувачок. Чё ты на крышу-то залез, дебил? Как там на горизонте, чисто? Да, все чисто. Слава богу. Нам нужен кто-нибудь, кто придет и уничтожит их как-нибудь. Ты еще и с ума начал сходить? Ну что, сплотиться. Теперь ты, я, еще Чак. Кто знает, что на уме у этих новых людей? Скоро будет намного больше ходячих, с которыми придется чего? Этого я и боюсь. Говорю тебе, Ли, если они когда-нибудь схватят меня, я буду знать, что мне уже не вырваться, тогда все, чувак, я просто... Просто вытяну свой билет. Блять. Ага, выведу себя из игры. Не сгущай краски. Ну, что-то какие-то у вас разговоры странные. Не позволим схватить себя, да. Там есть что делать? Или там туда бесполезно ходить?
Бесполезно. Так, дед, ты что скажешь? А, ничего ты мне не скажешь. Я рад, что кто-то сумел сохранить надежду. Ты еще и музыкант, ёб твою мать. О! Цистерна. А как я ее использую-то? Может получиться охеренный огненный шар, если мы пытаемся проехать через нее. Ну а тогда вам надо запускать-ка этот самый. А он ее вытянет, ты думаешь, этот тягач-то? Что я сомневаюсь. А что, из нее начерпать бензина, не знаю. Или что там внутри, блин. Солярка, хуярка. Так. Вы что сидите? Давайте попиздим, хули. Привет. Эта рация у нее в руках, могу вам пригодиться, как считаешь. На толку-то от нее. Она сломана, но кое-что для нее значит. Понятно. Давайте так. Вы откуда? Из Сан-Франциско. Как далеко очень до дома. Во всем виноват вон тот парень, хотел отправиться в великую американскую поездку. Он получил немного больше, чем ожидал, да? Кого может интересовать история гражданской войны за только белых стариков? А вы еще и негр, да? А он и вообще какой-то чучмек. Замечательно, вы Бубу будете, не разлей вода. Да не знаю, блядь. Да, вот именно, как ее спустить? Даже не знаю, как мы ее спустим. Попросите Амиду, он любит все ломать. Угу. Ну что это говорить? Да я даже не знаю, наверное, не буду эту хуйню говорить. Так. Хуета, потому что какая-то. Так, ну чё? Да он не идет. Ну что здесь еще? А вот это что? Это нельзя на это посмотреть? Нет. Блин. Пойдем на станцию. Может, мне проверить этот железнодорожный вокзал? Ну давай, проверь. Можно я пойду с тобой? Тебе не нравится новенькая? Нравится, но ведь мы же команда, как ты сказал. Да, отлично, пойдем. Мы с Клементиной проверим железнодорожный вокзал. Ладно, свистни, если что-нибудь услышишь. А ты кому сказал-то? Что-то мне кажется, ты ее зря с собой взял, и надо было идти всем. Survivors, чего? Survivor Inside. Понятно, выжившие внутри. Ой, блядь, что-то мне кажется, сейчас тут выжившие, блядь, нам пиздюлей дадут. Я такое чувствую. Выебут во все щели. Так, надпись. Ничего на нее смотреть-то. Эвертон и кто? Файв чего-то. Ну это какие-то Файн Сильвер, Долбени. Долбени. Че на смотреть-то на эти надписи? Макаби. Тель-Авив, блядь. Футбольные фанаты, что ли, там внизу? Автопартс. Внутри, блядь. Так, нахуй, ну чего, ёбаный в рот. Банки с краской, кто-то занимался рисованием. Ну, значит, там, сука, кто-то есть внутри. Я хуеваю, блядь. Кто-то очень много рисовал. Угу. А чё ты не спускаешься, дружи? А, вот лестница. А спрыгнуть здесь ты не можешь, блядь. Ноги поломаются. Блять, эта девочка бегает, пиздец, нахуй. Что-то я чувствую сейчас. Ты должна ждать меня, прежде чем открывать двери. Извини. К счастью, она заперта, но вместе мы придумаем, как ее открыть. Начинается. Может, ее ногой хуйнуть, блять?
Не поддается. Ну началось, ебать в рот. Ну что я теперь должен теперь с этой дверью-то? Ключ, что ли, искать? Сука. А вот это что за хуйня? Ну тут ничего больше, кроме этой двери, не... Мы найдем способ попасть внутрь. Ну, я понимаю, да, найдем. Но я что-то пока не знаю, нахуй. О, а это что, он работает? Похоже, эта штука не работает уже давно. Ну, а хули она нам тогда, для чего нужна? Если эта штука не работает, блядь. Так, ну, начались головоломки. Это мне не очень нравится. Вообще нихуя ни разу, ёбаный рот. А вот! Посмотреть на окно. Сверху приоткрыто окно, может я смогу. Ну может ты и сможешь, блин, но только как ты будешь вылезать обратно, если ты не сможешь? Давай я подсажу на плечи, и ты заглянешь в это в окно наверху. Хорошая идея. Так, я вижу, что внутри. Что мне делать? Да, вот именно, что ты видишь-то? Кучу ящиков и все такое. Может, можем найти ключи или скрыть дверной замок. Мы с Кенни можем открыть замок, и это должно сработать. Ведь у нас... Думаю, я дверь открыла. Правда? Думаю, да. Может, вы ее ногой выбьете, мудаки, блядь. Будь тебя проклят. Ну давай, будь. Заходи. Пойдем, будь осторожен. Это я тебе должен такое говорить. Доставка и получение. Сука, да, пиздец. А почему здесь вывеска на русском, блядь? А нахуй... Черт, а здесь темно. Может мне подержать дверь? Мне это не нравится. Может я смогу подпереть дверь чем-нибудь? Ключом, что ли? А еще и на время. Охуенно. Ключом дверь подпереть. У меня вопрос, почему здесь надпись на русском? Блять, тут, сука, они говорят по-английски. Титры, правда, на русском есть. Но почему здесь надпись-то на русском? Здесь должно быть что-то полезное. А, можно дверь открыть. Давайте тут посмотрим. Вон банка открытая, нахуй. Ничего здесь нет, короче. Она крепко заперта, но сверху есть свободное пространство. Нам повезло, что я маленькая. Ага. Вырастешь, будешь большая. Так, она хорошо заперта. Еще опять ее подсаживать? А толку-то насчет... Эта дверь точно без ключа не откроется. Иди возьми ключи. Ну иди. Что? Сзади. Бля. Фак, да, вот именно фак. Ну стреляй. Ну какого хуя фак-то? Блять, а чё, откуда они взялись? Давай ключом их хуйни. Ключ бери. Так, на тебе въебало. Второго. Бля, что я не так сделал, что... Так, бля. Загандонил, нет? Видимо, нет. А может и да. А, это она его убила, блядь. А ты пока дрочил там стоял, нахуй. Ёб твою мать, все хорошо, все нормально. Да все заебись, да, естественно. Ну, пиздец. Ключи живо. Блядь, бери. Ой. Ну, на скорость это, конечно, заебись.
Может, ты выстрелишь в него? На, еб твою мать! Твою мать, все прошло не очень хорошо. Да, вот. А вот что они тут сидели, вот мне интересно, эти пидорасы. Не ходили, не шипели, не хрипели, блядь. Короче, что происходит, мне показалось, что я слышал выстрелы. Да нормально, это мы просто это тренировались. Угу. Рабочих они нашли. И ты с 8-летней девочкой уложил 3 ходячих, да? Ну а чё, какая тебе разница? Что лучше, чтобы они нас уложили? Мы справились. Да, похоже на то. Что если бы нет? Я пойду посмотрю, доставит ли шум нам проблем. Чё? Надеюсь, ты знаешь, что с ней делать. Блять, я на вас хуею, вы... Специалисты все такие. Я тоже, ради ее же блага. Криста это не забудет. Пошла она нахуй, ебаный ее рот. Если кто-нибудь когда-нибудь, конечно, ей давал туда. С ее-то внешностью, это неудивительно. Точнее, удивительно, еб твою мать. Так, ну что здесь хорошего есть? Ну что, вот эту паяльную лампу? А, блядь, паяльная лампа. Пойдем наружу. Не, не пойдем. Чему мы научились? Я еще не готова стрелять. Давайте, да. Мы научились не бояться. Они должны были достать нас, но это мы их достали. Да, ты прав, пиздец. Страх вот что нас убивает, понимаешь? Так. Паяльная лампа — это хорошо, но что здесь есть еще? Пустая полка, а что на нее смотреть? Да, вот именно. И что ты собираешься с паяльной лампой перерезать танкер этот, блядь, бензовоз? Ну что, тебе получится. А где, кстати, паяльная лампа-то? Я хуй... А, он ее взял, вот эту лампу, он себе... Куда он ее положил-то, блядь? Сука, нахуй, в карман засунул, что ли, ебаный рот? Ну это просто, блядь, пизда какая-то. То он ее еле поднял, то она куда-то исчезла, уже типа у нас есть. Ну хуй с ним, ладно. Похуй, блядь. Ну как она здесь вообще, эта лампа оказалась? Ты точно в порядке? Да, правда, руки немного трясутся. Это пройдет. А ей 8 лет? Конечно, немножко побольше. Ну ладно. Ну все, пошли отсюда. Сейчас начнется. Как ты, блядь, за ней не следил, блядь? Пидорас ты черножопый. Вот что за, блядь, за диалоги, нахуй? Где лампа-то? Я нашел паяльную лампу на вокзале. С ее помощью можно быстро цепить цистерну. Как? Отлично, я пойду с тобой погляжу. Ну так. Ты лучше покажи-ка, как ты с этой лампой будешь вот по этой лестнице, блядь, подниматься. Ну поднимайся. Ну это чё? Угу. Ну давайте, чё? Дерьмо. Что дерьмо? Шланг протекает. Вырубай, чувак, не хочу, чтобы у меня брови подгорели. Надо чем-то залатать. Но у меня есть, сука, чем залатать. Вот, какая-то хуйня. Где ее взял, правда, не помню. Надеюсь, продержится. Я не смогу... А, ну я понял, да, я не туда нажал. Давай хуярь. Охуительно, смотри, как режет. Почти готово. Блядь, сейчас вместе с... Спасибо. А где звук от... Эта штука держится на волоске, небольшой порез, и ей пиздец. Так, ну а чё небольшой порез? Давай.
Теперь не могу дотянуть. Заебись, блядь. Damn it, it was just about done too. Crap. Что, крэп? Ну что ты мне предлагаешь теперь сделать-то? Блядь, ну охуенно, блядь. Не могу, говорит, теперь дотянуться. Ну пиздец, а что теперь делать-то? Может, ты что-нибудь сделаешь, слышь, мужик? Держи, я не смогу дотянуться до нужной точки сцепа. А думаешь, я смогу? Да, вот и нет, но ты свесишься с края, буду тебя держать. Понял, блядь? Тогда держи крепче. Да мне на тебя похуй, если честно. Ты настоящий сукин сын. Заткнись, да, и не выебывайся, сука. Это что за хуйня? Да откуда их столько? А чё, блядь, футбольные... Мне показалось, вообще какие-то... Ребята что-то приближают. Мне кажется, это футбольные фанаты приближают. Что за херня? Там должно быть тысячи. Нам нужно уходить. Куда вы уходите-то? Амит, режь быстрее, блядь. Режу. А толку? Сейчас он ее срежет, она нам путь переградит. Вытаскивай меня. Чё готово-то? Нихуя не готово. Кенни, поехали. Что нам делать? Ну прыгаем, что хули. Молиться Богу, чтобы это сработало. Ну что, прыгать будете, нет? Надо прыгать. Что, ну уж нет. Ну оставайся, хуй на тебя. Прыгай. Нет. Прыгай, твою мать, ни за что. Сука. Ну оставайся. Да, блядь. Дерьмо. Беги. Так. Ну кому помогать? Давай ей что-то поможем, блин. А я никому не могу схватить. Ну давай, давай хоть кому-нибудь схватим. Хватай меня за руку. Блять, не хватает ни он, ни она. Ну давай ее хотя бы поможем. Амит, ты сукин сын, спасай его. Ну а он не хватался за руку. Давай, блядь, вылезай. Я бы его хотел первым спасти, а не тебя. Он и то, блядь, лучше выглядит, нахуй. Его ебать приятнее, чем тебя, ёб твою мать. Все в зеркало видел, когда последний раз. Ну а нахуй ты это поджег все. Им похуй. Их было офигеть как много, да, пиздец. У меня повреждена нога. Ну конечно, ты мудак, блин. Сидел. Стоял, тормозил. Ну хотя с другой стороны, кто бы так прыгнул? Так, ну чего мы сюда едем? Тут есть хоть нормальные живые, нормальные люди, те, кто прививку от коронавируса еще не успел сделать. Мудаки, блядь. Значит, нахуй этот Кенни, мудак, блядь, сраный, нас сюда привез. О, это на кого нарисовала Кенни, что ли? Что-то жена у него, блядь, не похожа на жену нихуя. Следующая остановка Атлантика. Конечно, с одной стороны жалко его, с другой стороны пиздец.
Надо найти лодку, мы просто обязаны. Куда вы поплывете-то? Найдем. Ты будешь в порядке. Ну, жить буду, по крайней мере, пока течет кровь по жилам. Ну да. Оставлю тебя своими мыслями, да, пошел нахуй. Никогда не видел, чтобы она хорошо спала. Привет. Не могу дождаться, когда ты приедешь в Саванну, Клементина. Твои родители вместе со мной обязательно найди меня. Неважно, хочет ли этого или нет. Твою мать. Ну, думаю, эта хуйня сломана. Я тоже. А где вторая эта хуйня? Похоже, кто-то знает, куда мы едем. Какого хера? Да, нет, а кто знает? Вряд ли мы обрадуемся этой встрече. А кто знает про Лита из-за ее родителей, даже если это они? Что-то какая-то хуйня, по-моему. Ну, что-то из наших этих самых... Товарищи по несчастью, блядь, ёб их мать. В следующий раз. Ходячие мертвецы. А, новая часть, что ли? Кингс, Вейс, Джонс, Уйонс. А еще ж только вот встретили. Почти у реки, или ты хочешь уплыть на лодке, или пошел нахуй? Нам нужно концентрироваться на поиске лодки, как мы говорили об этом в поезде. Я не знаю, как долго он продержится. Если ногой станет еще хуже, нам придется нести его. Или оставить, ну да. На твоем месте я покину улицу сейчас же. Кто это, черт возьми, отвечай мне. Итак, когда ты хотел рассказать нам про рацию? Кто с тобой разговаривал? Вернись сюда, я убью тебя, слышишь? Блять, начинается. Ходячие мертвецы, эпизод 4 за каждым углом. Did you fight Kenny? Я ж с ним не дрался. Так, ладно. Так, можно тут это самое? А, ну или как кончилось нахуй, блядь, это самое... Кончилась часть, значит, в следующую продолжить уже. А как ее продолжить-то? Я хочу, например, сейчас продолжить, возобновить игру. Ну, не дает он, короче. Ладно, тогда давайте эту серию на сегодня закончим. Спасибо всем, кто смотрит это прохождение. Если есть желание что-то в комментариях написать, то обязательно напишите. О, спасибо всем за просмотр, всем хорошего вечера. Выполняйте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.